Мы военнослужащие из Донбасса. Обычные работяги, блядь, дети на. Мы энергетики, энергетики, блядь, заводчане, блядь. 18 оказались на территории России с оружием. 18-летних взяли. Я, блядь, в жопе, нахуй. Нас все тут в жопе. Что мы здесь делаем? Нас много полегло. Мы на Сумах, блядь, какого-то хуя. Есть на Ютубе видео, где наших товарищей взяли в плен. На Сумах мы вообще были как в подкове просто и все. Нас поставили. Нас погибло очень много. Так что и что мы здесь делаем? Знаете правду. Министерство обороны РФ о нас понятия не имеет, что мы здесь делаем. Нас кидают в жопу. Нас незаконно нас завезли в Российскую Федерацию. Ночами возили. С оружием, без документов, без нихуя. Вы просто люди. Верните нас в Донбасс. Нас с автоматами ставят против градов. Артиллерии, минометов. Просим распространить. Автоматы 40-й бомбёж. Которые не стреляют нихуя, блядь. Обычных студентов, блядь, Енакиева на связи, блядь. Формовка на связи, вся ДНРия на связи, блядь. Шахтёр старый Снежное. Всех кинули, блядь. Сказали, умирайте, блядь. 119-я дивизия, 4-й батальон. Первая, вторая рота.